Всем привет, дорогие друзья! Начинается сегодня наше приключение, небольшое приключение, знаете. Я не знаю, сколько мы будем ехать, может быть, час от силы. Но для нас это приключение. Значит, сейчас мы отправляемся на наш ЖД вокзал, садимся в электричку, едем в гостиницу. Какую? Измайлова, не знаю, какая из них, какая-то. В общем, остановимся там на одну ночь и хотим погулять там в Измайловском Кремле. Ну, в общем, устраиваем все такие небольшие приключения, просто ради интереса. Поехали. Что? Юра нас подвез до станции. Ну, в принципе, как бы мы собирались сами идти. Здесь 20 минут у нас идти пешком прогуляться, но шел дождь. До станции доехали, выглянуло солнце. Это не может не радовать. Пойдемте покупать билеты. Давно я уже не покупала. Сейчас я хочу посмотреть, сколько стоит детский билет у нас. Так вот, зеленоградцы, большинство зеленоградцев, кто работает в Москве, ездят на работу на электричке. Обычная электричка, которая идет до Москвы 50 минут, она стоит у нас 110 рублей, а скоростная, которая 30 минут едет, стоит 198. В общем, билеты. Вышли мы на платформу. Оказывается, на детей сейчас нет никаких скидок. Полная стоимость билета 198 рублей до Москвы. Почему? Потому что сейчас лето. Сказали, 1 сентября наступит, будет половина стоимости. А летом либо дома сидите, либо за полную стоимость путешествуйте. Так что просто доехать до Москвы на двоих стоит 400 рублей. Я почему так улыбаюсь, потому что я недавно скинула в Инстаграме. Мужчина сделал такой шутливый ролик, типа, москвичам везет, что у них и квартиры, и работа им оплачивает там по 500 тысяч за просто так до 3 часов работают. Ну, в общем, кто подписан на меня в Инстаграме, тот видел, что в Москве на что-то цены действительно ниже, но, как видите, проезд не дешевый. Погода непредсказуемая, не знаешь, как одеваться. Выглядывали, был вот этот дождь шел, а сейчас прям солнце выглянуло, жарко. А вот это я хочу показать, тоже, видите, поезд «Ласточка», но цена здесь 110 рублей вот у этой «Ласточки». Почему, да, казалось бы, у нас «Ласточка» и эта «Ласточка». Значит, это считается комфорт «Ласточка», и идет она 50 минут, по-моему, да? Да. Или нет? Нет, она тоже идет 50 минут, мы на ней как-то попали, мы с тобой. Да. Единственное, что комфортная, она за счет... Не, ну она такая же, как и наша «Ласточка» будет, которая сейчас придет. Но наша будет сейчас быстро идти, 30 минут, а это 50 минут, вот казалось бы, да? Хотя у этой я тоже смотрела, остановок нет, мало. Класс, узнаешь купленный в Турции в том году? В том году куплены в Алании. А в этом году люди сидят, руку на пульсе, все ждут. Мама сейчас звонит, я говорю, мама, ой, такое солнышко замечательное выглянуло. Мама позвонила сейчас, и значит, у нее следующая мысль. Она встала, за окном идет дождь, пасмурно, она: Оксана, давайте держите руку на пульсе. Давайте хоть сейчас, куда. Сейчас, если откроют границы, давайте возьмем тройку. Зачем нам пятерка? Что мы кушать себе не найдем? Нам подольше на море. То есть бедный мама на человек, месяц хочет, да, уже. Отойди оттуда, ты за белой чертой стоишь, да, может пронести поезд. Мама хочет на месяц, и я ее очень понимаю, действительно. Ну, и я тоже склоняюсь к мысли. А я хочу на 2 месяца. Алена хочет на 2, но Ваня через месяц в школу идет. Скажи, мама, успокойтесь, мы идем учиться. Не, у Вани мы сегодня перенесли занятия. У него вчера репетитор пришел вместо сегодняшнего дня. Как потому Ванечка что... Отлично, отлично. Слушай, он, знаешь, как писать стал хорошо. Я потом покажу вот зрителям, насколько изменился у него почерк вот с учительницей. Все-таки, что значит занятие. Что значит она ему руку поставила, да, правильно. Она говорит, он неправильно ручку держит. А я и не вижу, что он неправильно ручку держит. Откуда я знаю? Может быть, не, я сама я вот неправильно вот держу. А надо вот так. Ну, ты уже научился. У него прям реально очень красивый почерк не, уже. Она мне иногда говорит. Она мне даже, знаешь, для сравнения показала его тетрадь, где он в школе писал, где он сейчас пишет. И это небо и земля. Молодец какая. Как зовут, да, учительницу? Как зовут, Вань, учительницу? Светлана Николаевна. Светлана. Да, он хорошо запомнил, потому что у них в садике была Светлана Николаевна, он запомнил. Мам, посмотри.
Дождь опять пошел. Ну, вот я говорю вам, погода, понимаете? Я взяла с собой дождь, опять пошел дождь. Зонт. Зонт, да. У меня это самый худший, вот самый, потому что Юра говорит, да ты бери, ты что похуже, ты же всегда забываешь, а где бы я ни была, я оставляю по замку. Я тоже. Это такая привычка очень плохая. Сейчас не факт, что я выйду с ласточки с зонтом, понимаете? А я тоже взяла похуже, думаю, если что, потому что я тоже точно так же забываю. Где-нибудь пошел, положил его и все, и ушел без зонта. А ты без зонта, у тебя кепка. Смотрите, видите, электричка. Так вот, нет, чтобы, как говорят эти, уступать места, там еще что-то, что там через одного сидят. Нет, такого нет. Значит, контролер в маске, в перчатках. Ну, вот с нас не требуют, чтобы мы были в масках, в перчатках. 30 минут. И мы на Ленинградском вокзале, да, Вань? А где твой билет, Ванька? Мой? Да. Куда я знаю? А куда ты делал билет? Он у тебя был. Это, Вань, я проверяю твою реакцию. Помнишь ты или не помнишь? У него память хорошая. А здесь, видите, электричка приходит, и одновременно сразу же люди выходят и заходят, она обратно уходит. Готовы к приключениям? Ой, закрой рот. Бактерии залетят. Ты что? Без маски. Разве можно зевать сейчас в общественных местах, Вань? А разве это можно? Контролировать. Вот, видите, все сотрудники обязательно в масках. В перчатках, причем в резиновых перчатках. А люди по желанию, кто хочет, тот надевает, кто не хочет, тот не надевает. Так как я считаю, что маска тебя не защищает, потому что есть еще слизистая глаз и все остальное, то я не надеваю маску. Смотри, получается, я Кристине позвонила, Лермонтовский проспект, Выхино, льет дождина. Да, говорит, льет дождь. Комсомольская дождя нет. Ну, сейчас посмотрим, что будет на Измайловской. Но на Измайловскую мы сейчас поедем с вами на Яндекс.Такси. В метро мы заходить не будем. Там, где у нас слишком много народу. А доедем с вами на машине. Посмотрим, сколько будет стоить отсюда Яндекс.Такси до Измайловской. Пойдемте, вот здесь народу поменьше. Что-то ремонтируют. Сколько я помню, Ленинградский вокзал. Его всю жизнь почему-то ремонтируют. Так, для тех, кто не в курсе и кто не знает, Ленинградский вокзал, это, считайте, практически центр Москвы. Здесь метро Комсомольская. До станции Лубянка здесь две остановки, две или три. Три, наверное. На метро. Ну зачем нам ехать в метро, где столько людей, большое количество? 55 умножить на 3. Сейчас закажем здесь Яндекс.Такси. Да спокойно доедем с комфортом до гостиницы. Оставим это там же не Крым. Рюкзаки свои. Не говори, Вань, в Крыму заказывали самое дешевое такси 400 рублей. Куда угодно 400 рублей. Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь в Москве стоит такси. Шкода Октавия, здесь видите стоянка? Мне даже любопытно, сколько здесь стоит такси у них. А нам сейчас по Яндексу 277 рублей через одну минуту. 500, я так думаю. Там 800. Ну, а там 800. И посмотрим, сколько мы будем ехать, самое главное, отсюда. 273. Кстати, вот там тоже очень интересно побывать. Вот эта вот гостиница ленинградская. Помнишь, говорили, что там уникальный дизайн внутри? Мы как-то ехали на экскурсии. Вот в этой гостинице и киевская, где тоже там, да. Вот тоже можно будет как-нибудь съездить туда на экскурсию. Особенно сейчас, пока цены низкие везде, то можно спокойно путешествовать, потому что, ну, сейчас гостиницы все не заполнены из-за иностранцев, и поэтому скидки до 50% на номера. Это что-то небывалое, понимаете? Посмотреть город, походить без дороги, без всего. Ну, да, особенно, вот я думаю, кто живет там, допустим, ну, ближайшей даже области, Тульская область, Рязанская, да, захотели сейчас, пока еще каникулы идут, приехали, остановились в отеле. Но если вируса не боятся, вон 273. Вот Яндекс.Такси быстренько очень за нами приехало. Одну минуту мы его ровно подождали. И сейчас спросим. А не подскажете, вот это сколько километров нам до этой, до Измайловской ехать, а? Скажу. Ну, сколько? Ну, вот как вы говорили. А, всего 7,5 километра.
всего 7,5 км. Многие места, где даже останавливаются. А вы не подскажете, вот у вас автомобиль Яндекс, он такой ярко разукрашенный, а вот эта вот система Яндекс такси, ну то есть как бы это же получается, что общая система для всех, любая машина может приезжать, а у Яндекса какие-то еще свои номера отдельно есть? Своих номеров у Яндекса вообще нету. Ага. То ну я имею в виду, вот приложение, оно же для всех распространяется, ну, да, на все машины, не обязательно что-то такое. Ну, да. Вообще они в основном все забрендированы. А. Они могут быть белые, может быть, то есть машина может быть в собственности, может быть в аренде. Может быть без эмблемы, может быть. Совсем без эмблемы? Да. Ну, у нас вот в Зеленограде, допустим, приезжают просто обычные машины, вот такие же. Это Зеленоград. А здесь в основном все вот такие. Здесь вот, все, да? Машины стараются, да, брендированные. Так, ну а мы с вами мимо какого-то магазинчика такого симпатичного проезжаем. Беларусь магазин. Еще такой, знаешь, какая-то это советская выкладка. Ну, красиво, кстати, интересно. Сейчас да. Современность наблюдает. Хочется оригинально. Здесь я смотрю, а Ситимобил, это тоже что ли какое-то приложение? Или да, это просто такси? Да. А, да, тоже приложение? Многие им пользуются. Я не пользовалась. Я тоже им пользуюсь. Mm-hmm. А, то есть это одинаково получается? И Яндекс, и Ситимобил? Я подключен к трем агрегаторам. А, агрегаторы три. А какой третий еще? Убер. Ситимобил, Убер. Но Ситимобил, мне кажется, он менее известный. Менее известный. Сейчас да? Его начинают раскручивать, да, то есть там привилегии для водителей дают. Но, я не знаю, мне приложение само не очень нравится, поэтому я по ним не езжу. Яндекс более проработанный. Ну что, дорогие друзья, у нас продолжаются наши приключения. Доехали мы до Измайловской. За 16 минут доехали до Измайловской. Вон он Кремль, куда мы сейчас пойдем гулять. И здесь комплекс вот этих вот известных гостиниц на весь мир. Было время, когда ты сюда никогда в жизни не мог поселиться, когда мы на Сахалине жили. Это было за счастье приехать и остановиться вот где-нибудь в гостинице Измайлова. Да, их здесь... Я надеюсь, бы не будет там упомнилось. Где-то там на 20-м. Не знаю. В общем, смотрите, их здесь, кто не знает, много комплексов у этой гостиницы. Это так, вот, знаете, как объединенное такое название. Измайловская, да, гостиница? Но здесь есть Гамма, Дельта. Вот такое вот большое здание, кстати, без балконов, насколько я вижу. Есть вот такая вот гостиница Вега. Они вот внешне не отличаются. Внутреннее убранство, ну, судя по тому, что я смотрела в интернете, отличается. Мы здесь ни разу не были. Чтобы вот... Вот он этот... С другой стороны вход. В общем, здесь вот этот вот Измайловский Кремль, приехали мы ради него, чтобы там погулять. Чтобы погулять до вечера, никуда не торопясь. А где ты видишь, что с другой стороны вход? С другой стороны. Ну, где ты видишь? Почему? Вон он вход. Как там ты? Вход. Ну, ресепшн совсем другой. Ну, пойдем, там где-то внутри. Здесь я смотрю, еще и концертный зал тоже есть. Какой-то. Мам, я правда надеюсь, что мы не на очень высоком этаже будем. А какая разница тебе? Высокий этаж, наоборот, вид красивый, высокий этаж, когда. Вот она, это, оказывается, 4 звезды у нее в гостинице. Ну, пойдем посмотрим. А, здесь знаете что? Сейчас мы уточним. Написано, что бесплатно, вроде как у них услуга, выдают велосипеды на прокат. Смотри, Вань, тебе вот на таком бы ты смог? Пойдем посмотрим все. Так, здесь проход через рамки металлоискателей, конгресс-центр. Видите, написано здесь вот вроде как. Хотя я так не пошла, смотрю, VIP написано. Нет, сюда вроде бы как. Здесь такие... Сейчас пойдем, все узнаем. Вань, ты сядь сюда пока присядь, посиди. Нет, ну мы пойдем пока оформимся, тут же оформиться нужно. Ну пошли с нами. Ваня с нами. Вдруг потеряется здесь. Нет, ну интерьер такой, смотрите, симпатичный.
Мне нравится такой. Интересно, здесь написано «завтрак» 600 рублей. А это действующее предложение 600 да, рублей? А на сайте, где я бронировала на букинге, 700 рублей было. Вот и говорят, что букинг со скидками, а в отеле дешевле. Ну и, соответственно, в условиях современной действительности гель для того, чтобы руки обработать, есть антисанитарный. 14 этаж тебя устроит, Вань, для заселения? А то он говорит, сейчас на 22-й поселят. Ну и, кстати, я хочу сказать, что мы приехали раньше времени на 2 часа, и нас сразу заселяют, потому что есть свободные номера. Это все очень хорошо. А ребенку скидки есть какие-то на шведский стол или нет? 300 рублей стоимость. О, отлично. Ну и все. Можно сразу? Непосредственно там в ресторане. А, хорошо. Мы можем у вас оплатить, как скажете. А какая разница? Там пойдешь картой и заплатишь. А, ну хорошо. Оксаны даже не поняли. Смотрите, салфетки, представляете, сервис. Приходишь, протираешь руки, и тебе предлагают бокал шампанского бесплатно в виде комплимента от отеля. И мы никуда уже больше не поедем. Вообще шикарно. Аккуратно, Вань. Держи, держи, горячий, ну протирай, на. Еще одну предоставить? Да, еще одну желательно. А, хотя не надо, мы одной воспользуемся, да, тут. Некоторые боятся, пар идет. И некоторые боятся, что обожгутся. Так, ну что, за заселение. Значит, смотрите, одни сутки вместе с ребенком на троих стоят сейчас 3378 рублей. Это без завтрака еще, да. Но, как бы, ну это самый простой, по-моему, да, номер? Стандартный номер. А какой самый дорогой люкс там у вас сейчас? Президентский люкс. Ох, президентский. Сколько такой стоит? Примерно где-то около 10 тысяч. Вот, 10 тысяч сейчас президентский. А что вы не президентский? А посмотреть его никак нельзя, просто чисто посмотреть? На сайте фотографии. На сайте только. А, занят. О, даже занят президентский. Да. Так, ну что, за начало наших приключений. На взрослых что-то, ну, в общем, минус 500 рублей. Дополнительное место 500 рублей. Вот ребенок. Нет, он все равно оно оплачивается. То есть ты просто как бы либо раскладушку ставишь, либо не ставишь. Потому что на букинге почему-то у меня не бронировал ребенка. Я не знаю почему. Почему-то двоих взрослых, а ребенка он в расчет не брал. Ну, вот сейчас покушаем. Пообедаем, сейчас супчик возьмем. Ваня, слышите? Да, супчик. Я хочу сказать, что счастье внутри каждого из нас. Любой человек, абсолютно любой, может устроить себе вот такое вот приключение. Вот, допустим, если нет отпуска, или отпуск там далеко за горами. Взял на один день, да? Либо отпуск куда-нибудь. Либо отпуск был совсем недавно, нет. А следующий... Не-не-не, слышишь? Даже если, допустим, вообще хочешь шикануть президентский номер, 10 тысяч... Президентский номер 10 тысяч. Мне интересно, что здесь вот входит в президентский номер. Ну, это нам сказали ребята, можно посмотреть на сайте отеля. Приятно, когда тебя так встречают. Мне очень понравилось, что сразу... Только единственное, что шампанское не сухое, а какое-то полусладкое. Сам процесс. Хорошо, что я сегодня без машины. И знаете что, мы здесь единственные товарищи пока что на данном этапе. Значит, встречает нас здесь с вами 6 лифтов. Один из них уже даже открыт специально для нас. Красота. Представляешь, я говорю, а на букинге написано 700 рублей завтрак. Да. Вот вам а и... А здесь 600. А на Ваньку вообще 300. Знает, они знают, что он есть не будет на завтрак ничего. Да, Вань, ты будешь есть на завтрак? Да нет, конечно. Ты ему с мамой, как будто ты не знаешь, что он не ест. Я хочу покушать, я. Он сейчас хочет покушать. Слушайте, а лифт скоростной, походу. Завтрак мне очень нравится, что можно встать. О, смотрите, с 1 июня дарим проживание на дизайнерском этаже в номере категории Deluxe на сайте TripAdvisor. Каждый 10-й отзыв. Отзывы на TripAdvisor надо написать. Почему Ютубу они ничего не дарят? 41.17, по-моему. Подождите, 14.17, по-моему. 14.17. Вот здесь надо открыть. Давай. Видите, в лифте мы сюда приехали, а открывается здесь все картой. Молодец. Вот Ваня справился. Этаж для некурящих. Слава богу, что мы не курим. Но здесь такое, знаете, как с советских времен, вот эти вот красные ковровые дорожки. Ты в ту сторону пошла, правильно? У нас еще 14
Да. Смотрите, воду попил. Кулер есть на этаже, можно попить горячую, холодную воду. Это очень хорошо. Только стаканов почему-то нет. Наверное, со своим стаканом, наверное, нужно идти. Надо, знаете, как... Пусть 2020 год, несмотря ни на что, исполняются мечты. Хотели мы когда-то здесь побывать? Побывали. Хотели когда-то в Ялте интуристе побывать? Побывали. А что, номер открыт, что ли, у нас? А, раскладушку уже ставят. Уже даже ставят раскладушку. Ну, пойдемте сейчас с вами посмотрим, что и как. Встречает нас красное ковровое покрытие. Здравствуйте. Небольшое зеркало при входе. И шкафчик, в котором нужно оставить мой зонтик, который я сейчас, конечно же, чуть ли не забыла. Так, ну что? Мне кажется, немножко отличается номер от того, что был на сайте заявлен. Как ты считаешь? А я не видела на сайте. На сайте немного другая. Но это огромная кровать. В принципе, мы здесь втроем можем спать спокойно. Но, тем не менее, раскладушку тоже могут поставить. Ну, просто с раскладушкой здесь будет совсем мало места. Здесь вот такой вот есть чайный уголок. Чайник, две чашки, пакетики с кофе, пакетики с чаем, водичка. Продезинфицировано. Продезинфицировано, Ваня. Смотрите, Ваня, и иди, пожалуйста, убери рюкзак в шкаф. И работает, похоже, кондиционер. Как-то прохладно здесь, мне кажется. Так. Ух ты! Слушайте, а вы видели наш вид? Нет, еще не видела. Обалдеть, какой вид! А здесь стопор стоит. Смотрите, для детей, что ли, стоит стопор? Получается, он только на проветривание. Окошко только на проветривание. Открыть его нельзя, чтобы, видимо, никто не упал. А, тапочки сейчас сниму. Ага. И вот такая вот дождливая... Дождливая Москва. Мы приехали, вы все видели. Светило ярко солнце. А вот там, по-моему, Измайловский парк. А, Ваня, иди сюда, что покажу. У нас есть видео с Ваней. И даже с Андреем, с мужем, мы тогда ездили на своей машине сюда, вот в Измайловский парк, гулять. И вот он у нас, Измайловский парк, перед нами. Мне даже кажется, что как-то нам одного дня здесь будет мало. Рядом с нами гостиница «Бета». Но они, видите, все рядышком друг с другом находятся. И здесь же проходит какая-то железная дорога. Как бы это вот не кольцевая, как это, окружная кольцевая. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, но какая-то вот железная дорога здесь есть. Вот такой вот вид на дождливую Москву, на парк. Розетки, слушайте, вот, вот чего-чего, а вот такого количества розеток в иностранных отелях вы не найдете. Мам, покажи, а здесь... Иди покажу. Помнишь, мы с папой ездили в Измайловский парк, и мы с тобой катались вон на том колесе обозрения. Видишь колесо обозрения, маленькое такое? И мы, помнишь, с тобой катались на нем и боялись, там открытые кабинки... И мы с тобой тряслись, я тебя держала изо всех сил, потому что наверх поднимаешься, и от ветра все в сторону уносит. В общем, к нам пришел Кристинин дождь, по всей видимости, да? Ваня, а что это такое, смотри, на столе стоит? Это будильник, что ли? Это сюда подключается айфон. Это зарядка для айфона? Вот, это лайт. Ну подожди, здесь время показывает. Он, ты, наверное, здесь... как будильник. Да, здесь подключаешь айфон, и он тоже работает с этой фигней, скорее всего. Ага. Мне нравится, Ваня объяснил, с фигней. А сейф у нас бесплатный? Ну что, белье чистое, конечно, бесплатный. Это правда? Что за табличка такая? Прыгаем. Прыгаем на кровать? Угу. Если вы хотите, чтобы вам заменили постельное белье, пожалуйста, положите эту карточку на кровать. О, Ваня, здесь можно... А кофе мы взяли с собой? Здесь есть у нас кофе, интересно. Два пакетика там, по-моему, кофе. Подожди, Вань, а этот холодильник есть, посмотри. Из посуды есть два фужера, есть холодильник. А в холодильнике, посмотри, иногда кладут шоколадки за плату. Есть или нет? Нет. Холодильник пустой. Ну, телевизор большой. Работает сейчас сплит-система. Давайте выключим ее как-то. Ее как-то можно выключить, а? 176 миллиардов рублей было выиграно. Оснащено 180. Радио. Слушай, я включила сейчас радио.
Хотела выключить то, что вот здесь дует. Подожди, а вот это что такое, я не поняла. А зачем он нужен? Ну, если ночью. Или, например, ночью пошел в туалет. А, вот градусник. Смотрите, сейчас у нас 23 градуса. Ну, надо выключить, Ваня, разберись, ты умеешь. Я не умею, не знаю, не разбираюсь. Здесь, смотрите. А я все еще, главное, хожу с этим, с рюкзаком хожу до сих пор. Вид на Москву открывается, какой замечательный. Здесь шкафчик, зеркало. Вот, наверное, нам кровать дополнительную принесли. Здравствуйте. А куда же она здесь, интересно, поместится? Не знаете? Да? Ну, попробуйте. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ванная комната. Есть полотенчики, есть ванна. Она небольшая, но она уютная. Такая раскладушка огромная. Не знаю, куда она там вместится. Так, пока нам сейчас ее там будут устанавливать. Три халата в номере, так что можно с собой даже вообще ничего не брать. И есть здесь чем помыться, чем умыться, чем голову помыть. В условиях современной действительности есть салфетки антисептические, есть мыло, есть шапочки для душа. Ну, в общем-то, как бы все чисто и стерильно. А вот я даже не пойму, это что, мыло, что ли, жидкое? Да, жидкое мыло, и такое мыло, и жидкое мыло. И счастье есть! Сейчас пойдем мы здесь пообедаем и пойдем в Кремль. Гулять в Кремль, измайловский Кремль. Полотенце из номера не выносить. Елена. Что, Иван? Пожалуйста, что? Скажите, куда ставить. А я не знаю, куда ставить. Она здесь вообще, мне кажется, никуда... Да, отлично все. А, помещается? А, ну здесь, видишь, все рассчитано на то, чтобы вместить эту кровать дополнительную. Это, Ваня, твое место будет у окошка. Да, я могу там спать. Почему ты? Ну, я люблю. У Вани пусть отдельная будет постель. У нас на одного человека прибавляется. Кристина все-таки, несмотря на дождь, тоже к нам присоединится. Можно будет вечером посидеть, попить шампусона, устроить девичник, потому что она из Москвы, ей до Зелика все-таки далековато. Так, ну... А мы выдвигаемся сейчас на... А вот это, Вань, что за круг? Это не розетка случайно? Вот это для чего? Это для розетки. Нет, это не для розетки. Смотри, она аж не до конца открывается. Что это за штука такая интересная? Ну, Кремль измайловский. Мы сейчас покушаем как раз. Что тут есть? Давайте посмотрим, что у нас здесь за меню. Рум-сервис. Такое чистое белье. Мне так нравится, когда белье хрустящее такое, да? Угу. От того, что оно чисто выстирано. И света в комнате много за счет окошка. А мой туда можно подключить телефон? Нет. Это только для айфона, да? А андроиды для нищебродов, да? Это я видела... У меня любимая система, это вот Android. Я не могу Apple, мне почему-то, ну, я как-то пыталась пользоваться, мне не понравилось. Мне неудобно, я привыкла к Android. А знаете, кто к чему там привык. А мне только вид не нравится. Вот. И, а в этом, в ТикТоке, типа, ну, Android для нищебродов, а Apple для... Ну, в общем, мне Android нравится. Так, ну что есть, смотрите, каша на молоке. Можно даже на завтрак не ходить, сюда заказать. А, это подождите. Стоп, говорили. Стоп, смотрите, завтрак в обычное, наверное, время стоит 980 рублей. А сейчас, видимо, из-за того, что людей нет, завтрак стоит 600 рублей. Мне так нравится, Ванечку ты получила. Он сразу заходит, сразу моет руки. Вань, какой ты у меня, да, самый лучший племянник на свете. Вот, смотри, Вань, борщ есть. Вот сейчас пойдем возьмем. Так, борщ. Подожди. Нет, есть? Никаких бургеров, борщ. Ну, пластью борща-то. На вечер, а я сейчас достаю. Мама, после. Знаешь, что нам не хватает сюда? Черешню надо взять. Просека. Мама. Что? Куриные котлеты с картофельным пюре ты хочешь? Да, а потом можно? Ну, потом бургер. О, Диабло есть пицца. Как вам на вечер пицца? Мам, ну можно после того,
котлет. Ваня, ты такой возбужденный. Ваня, знаю, что ты и то не съешь, тогда ешь просто котлеты. Я тебя, вот тебя прекрасно знаю. Ну, сейчас решим, пойдем спустимся, это же в номер. Сейчас пойдем посмотрим, что там непосредственно в ресторане, может, там ничего и нет. Заморочки. Ты везла с собой? Я взяла с собой. Ну, ты молодец, что его взяла, потому что вот здесь розетка есть ближайшая, чтобы, допустим, здесь компьютер стоял. Ну, я вот здесь. А хотя зачем нам компьютер здесь? Я везу с собой удлинитель. Можно я немножко побуду ревизором? Я с собой беру. Сейчас, смотрите, нашла мусор, пивная какая-то крышка лежит. Слушай, значит, убирали плохо в номере. Хорошо, что я взяла с собой не угнившуюся футболку. Я тоже такую же взяла. Ну, только белую. Разные. Вот такую ты точно. Нет, я белую взяла, тоже полуасан белую, да, взяла. Тоже потому что она не мнется взяла. А вот эту кофточку, кстати, покажи. Вот эту кофточку я купила. Эта кофточка тебе уже великовата. Да, я купила ее в Саваре, и она не дешевая, но она реально мне большая. Смотрите. Ну, как мне вчера написали в комментариях, вам все нужно вещи брать на размер больше. Вот, видите? Ну, это же хорошо, Оксаночка, это надо радоваться. Сейчас пойдем вчерашний торт выгуливать. Да, дай. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше. Оглянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось.